хитро так. И вот там пробило трубу. Это мы открыли. Тут стоит гипсокартон. Закрывает. И вот там вот пробило трубу, которая идет в фундамент. Послезавтра придет. Видите, приходил человек специально и разметил тут все. Как идет труба по дому. Послезавтра приедет команда специально, сделает вот тут вот дырку, через которую будет сантехник это все чинить. Ну, вот так вот все сделано. Вот, потом покажу остальное. Окей, значит, что было? Приехали браво молодцы мексиканские, раздолбили вот тут вот пол. Видите, это бетонный фундамент, на котором стоит дом, и вот видите, там такая, еще как зуб такой стоит, да? Вот на таких фундаментах держатся в Техасе дома. Окей? Значит, вот эта вот труба, вдруг выяснилось, что она положена неправильно, ее заменили. Там внутри еще одну трубу заменили, вон ее ошметки на земле валяются. Ничего вроде не течет. Значит, вот это то, что вырыли бравые ребята мексиканцы. Кого интересовало, какова земля в Техасе, это вот такая вот глина. Серьезная такая глина. Значит, что еще выяснилось? Что вот этот вот обогреватель, water heater, так называемый обогреватель воды, он газовый. Да, у него тут сверху есть горячая и холодная, холодная вода. Вот холодная заходит с улицы, идет по трубе, идет как бы трубка идет до самого низа, а горячая сама по себе поднимается наверх, да? И вот эта трубка горячая, она короткая и выходит в дом. Так выяснилось, что их поставили наоборот. Поскольку на горячей трубе был кран, то тот, кто устанавливал, подумал, что это холодно, и включил ее в холодную. А на холодной трубе крана не было. И это выяснил сейчас сантехник и все это пофиксил. Завтра должен прийти инспектор, а потом придут ребята, все закопают и зацементируют обратно.